Привет, титаны стрима, строения, либо просмотрщики титанов, стримов титанов. Это обзор пива Тинькофф, авторское, баварское, светлое. Увидел я в магазине Лента и решил купить. Оно дорогое, около 80 рублей, поэтому в основном его никто, наверное, не покупает. Делают его по заказу Sun&Bev, по-моему, завод. То есть завода никакого нету. Вы сами можете, наверное, также заказать свое пиво, типа сделать. Оно не самое противное, конечно. Пробовал я какое-то дешевенькое пиво, оно прям противное. Это такое средненькое. Вообще мне все пиво не нравится. Это все равно какой-то солодовый дешевый напиток. Пробовал я и английское, и немецкая, хотя те менее горькие, как водичка какая-то сойдут. Давайте посмотрим. Сусло 12, алкоголь 5,2, то есть можно набухаться, можно сказать крепкое, номер какой-то нелепый. Вот завод, можете сами прочитать. Так, я думаю, видно вам. Как-то по заказу на каком-то московском, да, Клинтон заводе. В общем, все, я про него сказал. Средненькое пиво, 80 рублей не стоит. Купил только потому, что на Ютубе много орут все про Тинькова. Надо же самому потестировать, покупать не стоит, не рекомендую. Единственное прикольное, вот эта пробочка отвинчивается, видите, не сдергиваешь ее, а как человек откручиваешь. Ну, ничего такого элитного авторского не вижу. На этом спасибо, пока, подписывайтесь, ставьте уведомления, и тогда вы тоже будете титаном, как и я.